хочется нас еще немножко похвалить. Умножая список своих друзей, умножает друзей не только раз в год, да, кто приезжает сюда раз в год на обнинскую ноту, но есть и люди, которые становятся друзьями Оазиса, друзьями Обнинска, приезжают сюда гораздо чаще, по первому зову любые творческие проекты. Вот один из таких наших добрых, старых, верных друзей – Дмитрий Беляков, Москва. Шкатулки, чтоб ни дна и ни покрышки, проживает очень много разноплановых героев. Сверху небо голубое, в небе солнце, в небе птицы, а внизу, помилуй Боже, эти странные людишки. Ночью спят, а днем стирают, проживают, как умеют. Пивают и хмелеют, пьют микстуру от бронхита, пьют таблетки от поноса и салфеткой протирают мебель. Будь она неладна, и когда они заводят на весь четверти будильник, про себя не решают, бесполезно дни проходят, и еще они решают, что давно пора решиться, и со злостью заводят этот чертовый будильник. И когда они решатся, то быстрее они стирают, и быстрее проживают, и быстрее они умеют. Жарят рыбу, вышивают, выпивают просто чаще, и быстрее они заводят, и быстрее проживают. Уже быстрее, что быстрее не бывало. Их выносят из подъезда, говорят о них красиво. И тогда они впервые видят небо голубое. Григорьеву.